12 суден чекають проходу в Азовське море через Керченську протоку. Про це сьогодні на прес-конференції в Бердянську повідомив виконуючий обов'язки голови адміністрації морських портів України Райвіс Віцкаганс. Як вплинула затримка суден на роботу портів Азовського моря, розповіли їхні керівники. За словами директора Маріупольського порту Олександра Олійника, від початку бойових дій в Україні порти в Азовському морі зазнали збитків на 350 мільйонів гривень. З появою Керченського мосту до порту не заходять судна заввишки 33 метри. Російська Федерація, к большому сожалению, делает все, чтобы порты украинские на Азовском регионе были неэффективными. Цель понятна. Социальный будет расти напряженность в регионе, то есть, соответственно, люди, как и нормально, если люди начнут возмущаться. Это цель, которую достигает Российская Федерация. К большому сожалению, на сегодняшний день они действуют, нарушая все законы, которые установлены, международные причем законы. Они не имеют права препятствовать свободному судоходству. Попри це, з квітня російські прикордонники почали посилено перевіряти судна, які йдуть до портів Маріуполя та Бердянська, через що деякі кораблі простоюють понад 2 тижні. За день простою власники суден втрачають близько 15 тисяч доларів. Обострення на сьогоднішній день ми маємо. На сьогодні в порту Маріуполя у нас знаходиться на обробку в цілому 7 судів. Количество судов, которые ожидают прохождения кека с Черного моря в Азов, это 12. Те суда, которые из Мариуполя ожидают выход из Азовского моря Черное, это 1. За последний период с 25 ноября КЕК прошли 16 судов и на вход, и на выход. Нагадаємо, 25 листопада російський прикордонний корабель протаранив український рейдовий буксир «Яникап» в Азовському морі. Екіпаж захопили, у полоні 24 моряки. Через це у всіх портах посилили заходи безпеки. Что касается безопасности как бы, портов, на сегодня мы работаем в повышенном уровне охраны. Это значит, что все службы, которые в портах работают, все стивидорные компании как бы, дополнительно осуществляют процессы, связанные с безопасностью, взаимодействуют со службами государственными и полностью мониторят ситуацию. Сегодня появился в социальных сетях пост о том, что в Мариупольском порту базируется танковая рота. Скажите, правда это или нет? Базируется танковая рота. Ну, наверное, может быть, это сделали не такие выводы журналисты, которые вчера посещали порт. Просто я скажу открыто и объективно, мы на протяжении всего военного конфликта, который происходит, оказываем помощь нашим ВСУ. И приходит, когда обычная ротация проходит, приходит техника, уходит техника, мы оказываем помощь в выгрузке с подвижного состава, не более. Це архівні кадри Маріупольського порту. Тут 22 причали та працюють 5 тисяч людей. Загалом в Україні 13 портів, каже Райвіс Віцкаганс, у яких 263 причали. 31 з них довжиною 5 кілометрів в Азовському морі.